Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», «Парадайз Алания». Дорогие зрители, нашел очень хорошую просторную 2 плюс 1 в районе Махмутлар. Юго-западная сторона, огромный балкон. Это первый балкон, также есть второй балкон. Можно застеклить, вот соседи застеклили. Вот здесь вид вот такой. Расстояние до моря 330 метров максимум. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, маркеты и тому подобное. Вот. Открытый бассейн, зона отдыха, беседка. Со спальни у нас будет вид на античный город Наула. Также отсюда видно вид на горы. Айдат здесь 250 или 300 рир. Этаж четвертый. Так, входим внутрь. Квартира подается под ключ. Два санузла. Две больших спальни, не маленьких. И гостиная у нас большая. Где-то 30-35, как минимум, квадратных метров. Жилая площадь. Полезно. Бэка, вся бытовая техника. Здесь никто не жил. Тут у нас прихожая. Это санузел большой. Стиральная машинка Арчелик. Вот большая прихожая. Сюда можно установить шкафчик. Полезная вся площадь у этой квартиры, как минимум 100 квадратных метров. Спальня. Кондиционеры все новые. Даже этикетки стоят. Сейчас отменим эту спальню. Четырнадцать с половиной квадратных метров. Вид на улицу Барбаросса вот там. Здесь стыкаются улицы Ататюрка и Барбаросса. Так, проходим. Хозяйская спальня. Здесь отдельные двери, закрыли. Планировка очень хорошая у этого проекта. Вытяжка есть, душевая кабинка большая, не маленькая. Два нормальных санузла. Хозяйская спальня. Вот такой вид. Этот вид у вас никогда не закроется, так как античный город Наула. Запрещено строить рядом. Вот. Итак, и второй балкончик покажу. Это сторона запад и север. Балкончик. Видите, еще античный город в этой стороне есть. Тут запрещено строительство. Вид на горы. Дорогие, цена этой квартиры 148 500 евро. Так что звоните, если понравилась планировка, месторасположение. Ну, квартира под ключ, вся техника и это новая мебель. Расстояние близко до моря. ВНЖ пока что в этом районе не выдают. Надеемся, в скором времени исправят этот закон. Я сейчас сниму вам улицу, там что есть, все, инфраструктуру покажу. Значит, на этаже у нас раз, два, три квартиры. Чей-то мангал. Лестничная площадка. Два лифта.
два больших лифта, вместимость 8-9 человек. Так, внизу есть у нас сауна. Есть душевые кабинки. Фитнес. Снаружи бассейн, открытая парковка. Вот так купается. Открытая парковка. Проект был сдан в 2015 году. Дом для котят, видите, да? Вход. Все. Где я тебя вижу? Темновато стало. Так, да. Так, дорогие зрители, звоните по номеру +90 555 064 91 10. Еще вход покажу. Вот вход здания. Все, жду вашего звонка. Всем пока-пока.